И снова здравствуйте, всем привет! Сегодня готовим скумбрию в духовке. У меня была целая скумбрия заморожена, я ее разобрала, сняла хребет, голову, кишки, сполоснула холодной водичкой. Все, филеечки наши вот подготовлены. Отставляем в сторонку и сейчас займемся приправками. Так, начинаем. Что нам нужно? Нам нужно 3 зубчика чеснока. Теперь у нас 2 филеечки скумбрии. Значит, что нам нужно? Взять на 2 филеечки манюсенькую щепоточку сахара. Одну и вторую на 2. Соль. Хорошую щепотку берем соли на 1 и на 2. То есть это нам, чтобы и не пересолить. Понятно, да? Теперь берем хорошую такую чайную ложку с большой горкой паприки. Наливаем немножко оливкового масла. И все это растираем в кашку. Нам нужно раздавить чеснок. И растереть это все дело. Делаем такую кашицу. Вот оно у нас такое густоватое. Нам нужно, чтобы можно было кисточкой намазать. Значит, добавляем еще масло. Размешиваем. Должна быть кашка, чтобы легко можно было кисточкой намазать. Еще добавляем. По чуть-чуть добавляем. Все. Прекрасно. Замечательно. Так, еще добавим чесночный перец. Чуть-чуть. Перемешаем. Включаем духовку разогреваться. Градусов 190. Все, сейчас будем смазывать. Так, берем нашу кашицу, делим на 2 части. И хорошо смазываем. Смазываем только с внутренней стороны. Это будет очень вкусно. Берем какую-нибудь емкость, в которой будем запекать. Бумага пергаментная, брюшком вниз, брюшком вниз. Все. Сверху по шкурочке немножечко подсолим. И ставим в духовку разогретую. Все, идем в духовку. Ну что, все, наша рыба готова. Сейчас пускай постоит 5 минут. Я попробую вместе с вами. Запах. Запах, конечно. Очень вкусно. Шикарно. Ой, как вкусно. Ой, прям очень вкусно. Очень-очень. Советую. Советую, приготовьте. Я думаю, вам понравится. Я уверена в этом.
Все, вот такую рыбку мы сегодня приготовили. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте пальчики вверх или вниз, если кому-то не понравилось. Заходите в гости на мой канал. Что-нибудь приготовим. Всех люблю, целую. Всем пока!